Бесконтактный термометр со встроенной памятью на 30 измерений. В этом видео мы распакуем прибор для бесконтактного измерения температуры тела, предметов и воздуха. Инфракрасный термометр Medisana FTN. Он поставляется в прозрачном футляре для хранения. Комплект также включает две мизинчиковые батарейки и пользовательскую документацию. Устройство имеет серебристый пластиковый корпус весом около 100 граммов. Над эргономичной рукояткой разместился небольшой жидкокристаллический дисплей для отображения результатов. О повышенной температуре тела сообщит сигнализация и красный цвет дисплея. В случае нормальной температуры цвет дисплея будет зеленым. Ниже экрана находится кнопка выключателя и клавиша «Старт» для начала измерений и вызова из памяти до 30 последних замеров. На левом торце есть кнопка для переключения режимов. Перед тем, как измерять температуру, выберите, что вас интересует – температура тела или поверхности. Диапазон измерений составляет от 0 до 100 градусов Цельсия. Термометру понадобится всего 1 секунда, чтобы выдать результат. Питание прибор получает от двух пальчиковых батареек. Благодаря функции энергосбережения устройство автоматически отключается, если его не используют более 3 минут. О необходимости смены батарей сообщит индикатор. Подытожим. Бесконтактный термометр Medisana имеет два режима работы и встроенную память на 30 предыдущих измерений. Он отлично подойдет для контроля температуры тела и поверхности.